Итак, Nissan X-Terra, надо снять стартер. Мы имеем с правой стороны старца коробки два болта. И там имеем питающий провод. Значит, я сейчас сначала сниму питающий провод силовой. Кстати, не забываем клемму отключать сначала. Вот, а потом те откручу эти с торца два болта. И уже попробую до втягивающего добраться, там отключить. Так, ну оба болта открутил я с торца. Сейчас я попытаюсь его вытащить оттуда. У нас еще же втягивающее не скинуто. Но я пока не могу до него добраться, чтобы его отцепить. Так. Куда пройдет он здесь или нет, пока не знаю. Вот смотрите, как он здесь интересно сделан. Я ничего понять не могу. Как он отсюда должен со втягивающего выскочить? Ну, как найду вопрос решения этого, я вам скажу. Нашел я решение этого вопроса. Он был сверху изолентой смотанный. То есть, все, я его снял. Смотрите, логически повертев, он у нас выходит. Вот в эту щель он у нас выходит. И вот. Все, я в эту же щель поставил на место стартер, наживил его, питающий провод одел. Сейчас здесь протяну и будет готово. Значит, из того, что у нас получилось, это сгорели щетки и сгорел якорь. Заменили все. Так, ну генератор готов. Реле у нас было полетевшее, значит, ставим на место. Сейчас ставим его сюда, накидываем ремешок, а потом наживляем нижний болт. Накидываем ремешок. Так, теперь после того, как ремешок я накинул, надо счастливо наживить верх-низ, посмотреть, чтобы были все ремни. Ушки вам четко улеглись. Тут же натяжителя нету. Ремень уже почему-то стоит на один этот. Поэтому сначала нам нижний, короткий болт надо вот с этой железкой наживить. Вместе с ременем. А то потом ремень, я думаю, будет неудобно одевать. Вот так я генератор назад чуть отвел с накинутым ремнем. Наживил хорошенько болт. И сейчас надо будет взять шпильку, чуть помочь и крутить сначала шпильку. Шпилька у нас вкручивается вот такой Е8. Надо. Надо было трещотку взять этой. Не очень удобно вкручивать заголовкой. Шпильку почти ввернул, оставил чуть-чуть, чтобы гайку навернуть. И сейчас болтиком немножко его туда притяну. И вот туда, и здесь. А потом еще шпильку дозатягиваю. Ну и останется болты питающие, это одеть, и обязательно проверьте по шкивам ремень, и все. Вот так потихоньку докручиваю шпильку, и можно, соответственно, болт тоже равномерно вкручивать, чтобы он встал, тогда встанет на место. Чтобы просто резьбу, почему я начал со шпильки, чтобы резьбу здесь не это самое. Шпильку, когда ты уже вернул на сантиметр, на полтора, она уже будет тянуть и резьбу не будет убивать. Вот так она подходит. Болт подгоняем, ну и все.